Здравствуйте, вы смотрите программу «События». Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. Календарь, который стал иконой, в Кирилло-Мефодиевский собор привезли мироточащий образ Божьей Матери Умиления. От заката до рассвета в поселках управленческий мехзавод решили проблему вывоза мусора. Покорители песка. Кубок России по пляжному футболу может остаться в Самаре. Державная святыня на небольшом листе картона. В Самару привезли из Брянской области уникальную икону Божьей Матери Умиления. Ее необычная история началась 18 лет назад. С тех пор она путешествует по разным городам и странам. Сегодня икона находится в небольшом старинном храме Казанской иконы Божьей Матери на улице Коммунистическая. Олег Зверев тоже побывал на молитве перед чудотворным образом. Акафист перед чудотворной иконой Умиления в этом храме читают дважды в день, в 12 и в 6 вечера. Почитание ее очень велико, хотя, по сути, державной святыней стала репродукцией на небольшом листе картона, который стала мироточить, а впоследствии на оборотной стороне проявился нерукотворный лик Богородицы. Это произошло в селе Локоть Брянской области, а потому и икона получила название Умиление Локотское. Мироточит эта икона уже 20 лет. Приезжала комиссия по чудесам и чудесным явлениям Московской патриархии, куда входят крупные ученые физики, химики России, священники, богословы, и брали мира на исследования. Но так как наша церковь, она не имеет своих лабораторий, то эти исследования производились в лабораториях МВД и ФСБ. И вот ученые этих спецслужб до настоящего времени так и не смогли определить состав мира. Сегодня этот образ почитается как нерукотворный. По разным городам и странам он проехал десятки тысяч километров, и уже во второй раз икону привезли в Самару. По словам помощника епископа, в каждом городе зафиксированы чудеса исцеления, причем подтвержденные медицинскими документами. В Самаре у одной женщины выздоровела щитовидная железа. И тысячи записей в книге свидетельств о том, как после молитвы изменились жизненные обстоятельства. Сейчас же, когда прибыла к нам икона в Самару, каждый православный все-таки должен прийти, приложиться, попросить. Попросить не только за себя, за всех своих близких, за нашу страну, а также, ну, не просто попросить, но еще и поблагодарить. Локотская икона Умиления будет находиться в Самарском храме на улице Коммунистической до 25 сентября. Все это время перед ней служит молебен, а по четвергам в храме соблюдают традицию крестного хода к памятнику святому Николаю. Теперь его будут совершать с этой иконой. Олег Зверев, Григорий Плешаков, «События». От духовных дел к насущным проблемам. В поселках управленческий мехзавод наконец-то навели порядок на контейнерных площадках. Раньше людям приходилось ждать вывоза мусора несколько дней. С подробностями наш корреспондент. Переполненные баки и разлетающиеся по улице мусор. Такую картину еще неделю назад наблюдали жители поселка Управленческий. Проблемы были и на мехзаводе. Все эти контейнерные площадки обслуживает предприятие «Рассвет». Объем работ на себя взяли большой, больше 100 объектов. Но техники, чтобы убирать все вовремя, стало не хватать. Поломки техники. Спецтехника ломалась и не вовремя возился. Мы давали помощь своих людей, помогали убирать, чтобы убрать этот прорыв. Вот. Ну, сейчас нам раздавалось все. Сейчас мусор вывозят своевременно, но если жалобы от жителей поступят снова, управляющая компания готова пересмотреть условия договора с перевозчиком. Если будут какие-то претензии к этому предприятию, то мы будем вынуждены решать этот вопрос вплоть до того, что будем выходить с предложениями по смене подрядчика. Но однозначно терпеть вот такие ситуации, связанные с... То, что произошло, мы, конечно, не будем. Согласно постановлению главы города, перевозчик должен не только вовремя вывозить мусор, но и убирать территорию вокруг самой площадки. Специалисты управляющей компании будут тщательно контролировать ситуацию в районе. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, «События». Далее коротко о других событиях дня. В Самаре в торговых центрах пройдут тренировки по эвакуации людей. В городе стартовал месячник гражданской защиты, во время которого жителям напомнят о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях. В течение месяца в городских школах будут проходить уроки, посвященные безопасному поведению на дорогах, соблюдению противопожарных правил, различные конкурсы и викторины. На городских парках и площадях будет выставлена пожарная и спасательная техника. В крупных торговых центрах пройдут тренировочные эвакуации людей.
В Самарской области прокуратура обнаружила скотомогильник, который нарушает права жителей на благоприятную среду. Неправильно оборудованное кладбище домашних животных расположено в селе Семеновка Нефтегорского района. Там отсутствует навес над ямой, куда скидывают трупы животных. Нет помещений для хранения дезинфицирующих средств, инвентаря и спецодежды. Отсутствует глухой забор. Сотрудники надзорного ведомства направили представление в адрес главы села. Сейчас акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения. Информация о том, что на мосту по улице Главной разошелся деформационный шов, оказалась уткой. Сегодня утром во всех соцсетях появилось сообщение, что мост перекрыли. На место происшествия якобы прибыли экстренные службы, и поэтому водители вынуждены ехать в город через Южный мост. При этом на картах Самары в поисковиках на улицах Главной и Народной при подъезде к мосту с утра действительно были обозначены заторы. Однако в ГУ МЧС России по Самарской области сообщили, что ни о каких проблемах с мостом не слышали, а движение транспорта по мосту идет в обычном режиме. Транспортные развязки в районе Фрунзенского моста спроектируют к концу 2018 года. Минтранс Самарской области ищет подрядчика, который займется разработкой проекта. Всего было объявлено два аукциона. Первый подразумевает подготовку документации для строительства мостового перехода Фрунзенский через реку Самара с выходом на автодорогу «Центр Поволжье-Урал» от улицы Фрунзе до улицы Шоссейной, включая транспортные развязки. Стоимость контракта – 4 миллиона рублей. Второй контракт с начальной максимальной стоимостью 5 миллионов рублей предусматривает аналогичные работы на участке от улицы Шоссейной до границы Самары. В первую неделю сентября в Самарской области похолодает до 15 градусов. По сведению Гидрометцентра России, в первой декаде сентября средняя температура воздуха ожидается на 2 градуса выше средних многолетних значений. Во вторник, 5 сентября, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит 7-12 градусов, днем 15-20. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В среду, 6 сентября, местами пройдет кратковременный дождь. Значение температур не изменится. Терроризму нет. В Самаре прошла акция «В день солидарности в борьбе с терроризмом». Школьники, кадеты и студенты почтили память тех, кто в 2004 году погиб в Беслане. Во всем мире уделяют огромное внимание борьбе с этой угрозой и все чаще проводят акции с участием детей, чтобы с малых лет они понимали, как страшно иногда бывает, и ценили мирное небо над головой. Репортаж Марианы Мирной. Минутой молчания почтили память погибших при теракте в Беслане. В 2004 году террористы взяли в плен больше 1000 человек. 314 погибло, из них 186 – это дети. Самому младшему было всего полгода. Мы, старшее поколение, испытали ужасы войны, теперь испытываем ужасы террористических актов. Террористический акт – обидно то, что в мирное время погибают наши соотечественники. Мы говорим ветерана, терроризма нет. И обращаясь к учащимся, чтобы они эту идею проводили среди своих однокурсников. День солидарности борьбы с терроризмом был утвержден в 2005-м, и с тех пор каждый год во всех уголках страны проходят памятные акции. Не остался в стороне и советский район Самары. Глядя сегодняшним детям в глаза, которые присутствовали на этом мероприятии, можно было конкретно определить, какое именно чувство они проявляют, именно к терроризму. Их видно. Кадеты, учащиеся школ. Это вносит свою лепту в патриотическое воспитание нашей молодежи. В память о погибших у стелы в Парке Победы возложили цветы и выпустили в небо белоснежные воздушные шары. Ведь важно помнить, что с терроризмом нужно не столько бороться, сколько предупреждать его возникновение. Марианна Мирная, Станислав Левин. События. А сейчас поговорим о спорте. Лучшие футболисты мира уже в Самаре. Правда, сражаются они не на газоне, а на песке. Кубок России по пляжному футболу разыгрывают на Первомайском спуске. Есть ли шанс у хозяев оставить трофей в Самаре, расскажет Андрей Горгуленко. Пляжный футбольный клуб «Кристалл» в Самару приехал только за титулом. В чемпионате России этого года они уступили в финальной игре московскому «Локомотиву». Поэтому для петербуржцев Кубок России – это отличная возможность закончить сезон на мажорной ноте. Для нас сложный турнир, и в этом году у нас неудача складывалась Лига чемпионов, чемпионат России. Поэтому это наш шанс подвести положительный итог сезона. Так что, по сути, для нас на данную секунду это самый важный турнир в году. Такую же цель – победить – ставят перед собой и остальные 15 команд. Но если для 9 клубов из российской пляжной футбольной суперлиги Кубок России – это шанс исправить сезон, то для других 7 команд, которые не выступают в высшем дивизионе, это возможность проявить себя и доказать, что их клуб ничуть не хуже пляжной элиты. А есть Кубок России, где мы даем возможность командам
посостязаться и более низшего уровня, скажем так. Они приезжают сюда специально в этом году, даже попытались сделать жребий слепой, чтобы было больше возможностей, как можно дальше пройти. Этот розыгрыш Кубка России, проходящий на Самарском пляже, юбилейный, 10-й по счету. У хозяев турнира есть все шансы повторить успех 2010 года. Тогда «Крылья Советов» на своих песках стали обладателями престижного трофея. «Крылья Советов» заняли в чемпионате России 7-е место, поэтому сейчас они у себя дома перед своими болельщиками. Я думаю, попытаются повторить успех 7-летней давности. «Пляжные крылья» турнир начали с поражения от действующих чемпионов России московского «Локомотива». Во втором туре группового этапа «Авиаторы» одержали волевую победу в волжском дерби против самарского «Спутника», уступая по ходу встречи 4 мяча. А сегодня «Крылья» выйдут на песок, чтобы добыть путевку в плей-офф. Помешать в этом постарается ростовский «Атаман». Четвертьфиналы Кубка России пройдут 7 сентября, полуфиналы 8-го. Главная игра турнира 9 сентября на Первомайском спуске. Андрей Горгуленко, Григорий Пешаков. События. А вот о чем мои коллеги расскажут в следующих выпусках. Через зеркало к звездам космические технологии осваивают астрономы. Новый автобусный маршрут по новой дороге. По улице Дыбенко покатил общественный транспорт. Впервые в истории самарского спорта Ксения Полякова выиграла золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже 14 миллионов просмотров на YouTube. Читайте нас в Твиттере. Смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий.